привет, мои любимые подписчики! И вот она, посылочка с новиночками из Америки. И, конечно, большая часть новинок – это куколки Лол. Распаковку прошлой посылочки я выкладывала в Инстаграм, потому что я ее снимала для компании, которая является посредником для отправок посылок из США. Если вам интересно, я могу про нее рассказать или написать в комментариях, через кого я заказываю посылки. Посылка, как видели, большая. Тут должны быть, конечно же, большие куколки. Открываем. Я их уже вижу. И да, убираем отсюда пакеты. Очень аккуратно они все сложили. Мне очень нравится. Очень компактненько. Это уже вам знакомые куколки Лол из серии Present Surprise в коробочках. О, какая тяжелая коробочка на самом деле. Это Лол Бойс из новой серии Arcade Heroes, которая выглядит как настоящий игровой автомат. И уже сразу я знаю, какой мальчик мне здесь попадется. Еще шарик из серии Лол Бойс третьей серии. Нет, ура! Точнее, надо кричать «Да! Ура!» Все ищут эту девочку, и она является редкой, но мне ее прислали в посылке. Кричите со мной «Ура!» В ближайшем видео мы ее откроем. И, конечно, еще порция пакетиков. Еще шарик Lol Surprise из серии Lights Glitter. Я, наверное, не успокоюсь, пока не найду всех малышек. И дальше... Вот она. Может быть, кто-то ждал появления этой куколки третьей серии OMG. Это Класс Пресс. Я хотела посмотреть на нее в реальности, потому что она на меня произвела странное впечатление своей короткой юбкой. Еще коробочки. Это куколка Boxy Girls, которая мне очень понравилась из второго сезона. И понравилась своими волосами и платьицем. И мне очень захотелось узнать, какие аксессуары находятся у нее внутри коробочек. Вы, наверное, очень удивитесь, но у меня есть весь первый сезон Boxy Girls, и он до сих пор не открыт. Первый Boxy Girls – это была одна из моих первых покупок для того, чтобы начать канал, но я их так до сих пор и не открыла. Они лежат в коробке, и если вам интересно, я их открою. Но эту куколку я планирую открыть вместе с наборами аксессуаров, которые продаются отдельно. Пишите мне обязательно в комментариях. Теперь у меня есть все три куколки. Это куколка Da Boss из третьей серии. У меня о ней тоже неоднозначные впечатления. И вот она, последняя коробочка с куколкой, которую я больше всех хотела, которая мне больше всех нравится в этой серии. И посмотрим, оправдает ли она мои надежды. Это Чилокс. А распаковку с куколкой Lol OMG Роллерчик вы уже можете увидеть на моем канале. И я надеюсь, что вы мне сейчас напишите в комментариях, что побыстрее нужно открывать. А также две куколки из GK серии Lol Surprise. Это те две куколки, которые мне больше всех понравились. Всего их вышло 4 в коллекции, и мне понравились Neon QT и Queenbee. А две остальные я не покупала. Если будет много желающих, я их тоже могу распаковать. Но пока у меня есть некоторые сомнения вообще по поводу этой серии. Итак, пишите мне комментарии. Я своей посылочкой очень довольна. Еще не все успела вам показать то, что пришло в прошлой посылке. Они шли друг за другом. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пальчик вверх. На этом все. Пока-пока.